Ну что, будем пробовать то, что мы наварили. Такой у нас вкусненький щеборщи. Не люблю я. Только борщ должен быть только со сметаной. Никаких майонезов. Да я как-то и не очень люблю майонез. Некоторые, смотрю, прям пол пачки выдавливают. Это для меня, я не ем. Ну, очень редко, очень. Если я пачку купила майонеза, мне на месяц ее хватает. Не фанат я майонеза. Вот раньше, который еще в СССРовский был майонез, яичный, вот это был в стеклянных баночках, это был вкусный майонез. Люблю такой ростовский, много помидор здесь. Наверное, штук 5 я их сюда. 2 болгарские перчины. Самый вкусный борщ — это утки. Утку. Ну да. Ну, с Роберт тоже. Рыбушки чуть-чуть жирноватые были. Ничего страшного. Свинина была домашняя. Не фермерская, не какая-то. Брала у... Ну, люди, которые сами держали свинью. Такой вообще другой запах, да, другой вкус. Обалденно.